точным ударом забить шар в лузу, вывести свои шашки в дамки и попасть из игрушечного пистолета в десятку. Осенние каникулы проходят в игротеке клуба «Мечта» весело и азартно. На очередные соревнования в рамках спортивного ринга пришли ребята младших классов. На такие мероприятия обычно приходят дети разного возраста, и мои сверстники, и более младшие. Это интересно всем. Организаторы разделили ребят на команды и дали старт соревнованиям. Пока одни сражались на черно-белой доске, пытаясь обхитрить соперника, другие старались с нескольких шагов попасть в мишень и выбить максимальное количество очков в дартс. Сложнее всего ребятам приходилось за бильярдным столом. Не всегда удавалось метко забить шар в лузу. Очень часто меняются виды спорта. Например, бывают комнатный волейбол, баскетбол, настольный теннис, бывают по нему турниры. Но чаще всего мальчишки и девчонки просят включить спортивный ринг соревнования по дартсу. На первый взгляд, это простая игра, но она требует сосредоточенности и предельного внимания. Алисе Пахомовой не всегда удается сделать меткий выстрел. Девочка пришла на соревнования вместе со своими друзьями и очень старалась вывести свою команду в победители. Сложнее мне всего играть в дартс. Очень редко попадаю, конечно. А другие просто играть как-то. Очередной спортивный ринг прошел шумно и весело. В играх с друзьями ребята забыли про соревнования и просто получали удовольствие от занятий спортом. Черные против белых, молодость против опыта. Среди педагогов-корифеев Евгений Кармелицын чувствовал себя немного скованно. Это неудивительно, так как в школе Евгений работает всего 4 года и впервые решил принять участие в шахматном турнире среди саровских учителей. Шахматами увлекался в начальной школе, потом как-то забросил и решил заново все это восстановить, и передавать свой опыт молодому поколению. Шахматные турниры – это возможность обменяться опытом и получить мастер-классы от спортсменов-любителей со стажем. Соревнования проводятся традиционно в дни осенних каникул. Уже более 30 лет педагоги садятся за шахматные доски, чтобы начать сражение на черно-белом поле. Вот для того, чтобы прийти сюда и играть, тут не уровень нужен, а желание. Конечно, учителя народ занятой, но если есть возможность, то всегда рады здесь встретить. Турнир проводит не только ради выявления сильнейших учителей в этом виде спорта. В планах возродить сборную департамента образования по шахматам. Одной из целей наших сегодняшних игр будет посмотреть, кто может еще вместе с нами поучаствовать в сборной команде на следующих, если все будет хорошо, соревнованиях. Играли по круговой системе, то есть каждый шахматист провел 5 партий со своими соперниками. Всего участие в соревнованиях приняли 6 учителей. За первое место в городском первенстве по мини-футболу в группе 2008-2009 года рождения боролись команды 10 и 13 школ. Каждая команда старалась забить ворота соперников как можно больше мячей. По итогам игры победу одержали спортсмены школы номер 13. Они обыграли соперников со счетом 9-2. К победе футболисты шли целенаправленно. Спортсмены были уверены, что в этом году они станут чемпионами первенства. Мы рады победе. Все молодцы, отыграли хорошо. Ну и думаем, в Арзамасе будем также выигрывать, получать первые места. Команда 10-й школы тоже рассчитывала на победу. 9-2 для них счет огромный. Как признаются сами игроки, в игре команде не хватило сил и уверенности. Просто мы немного уже устали, у нас уже до этого были тут 2. В этом году в первенстве приняло участие 25 команд, их разделили на 3 возрастные группы. Каждой команде предстояло сыграть друг с другом по несколько игр, после чего определялся победитель. В нашем городе турнир по мини-футболу проходит в рамках всероссийского проекта «Мини-футбол в школу». Здесь дается возможность детям, кто выигрывает, занимает первое место на муниципальном этапе, есть возможность показать себя уже на региональных соревнованиях. То есть сначала зональные, потом областные, ну и дальше Россия. Пока у нас по всем годам участия хороший результат – это призовое место в области. По итогам соревнований команды получат дипломы и памятные подарки. Итоги первенства можно посмотреть на сайте Департамента образования. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24.
С 18 по 20 октября на базе отдыха Изумрудное Городецкого района состоялись региональные соревнования по художественной гимнастике Emerald Cup 2019, где удачно выступили спортсменки Дюс Шикар. В личном первенстве среди гимнасток 2012 года рождения группы «Б» Анна Белоусова стала серебряным призером. Марина Куприянова выиграла бронзовую награду. Среди гимнасток, выступающих по программе КМС группы «Б», на третью ступень пьедестала почета поднялась Екатерина Капустина. Специальными призами отмечены гимнастки Варвара Фролова, Дарья Чуканина, Полина Резяпова, ставшие шестыми в своих возрастных категориях, и Мелисса Голубева, седьмая строчка итогового протокола. Тренируются спортсменки у Екатерины Колгановой и Елены Пугачевой. В Дзержинске в 17-й раз состоялся областной турнир по русским шашкам, посвященный памяти Александра Степановича Белоусова. Саров представили в том числе воспитанники Олега Васенькина из объединения «Шашки Дворца детского творчества». В упорной спортивно-интеллектуальной борьбе, набрав 5,5 очков из 9 возможных и заняв общее 10-е место, бронзу в группе ветеранов 1958 года и старше завоевал кандидат в мастера спорта Валерий Крюков. Дворцовец Михаил Кобалев занял первое место в своей возрастной группе и 18-е в общем зачете. Среди обладателей третьего юношеского разряда саровчанин Федор Галкин набрал 8,5 очков из 9 возможных и стал победителем. Среди ребят, не имеющих спортивных разрядов, первое место заняла первоклассница Алиса Рубцова. Вторым стал детсадовец Вадим Санкин. В итоге саровчане завоевали 3 золотых медали, 1 серебряную и 1 бронзовую. 20 октября в спортивном зале клуба здоровья состоялось первенство Центра внешкольной работы по жиму штанги лежа. За награду боролись 48 спортсменов секции пауэрлифтинга и тяжелой атлетики из клубов по месту жительства «Греция», «Мечта» и «Здоровье». Победителями соревнований в разных весовых категориях стали Алена Ермакова, Валентина Савина, Анастасия Шевлягина, Алексей Акашев, Кирилл Воробьев, Никита Маркиев, Дмитрий Генералов, Сергей Пичугин, Антон Семиков, Артем Кудрявцев и Алексей Лоханин. Воспитанницы спортивной школы «Икар» приняли участие в традиционных соревнованиях по художественной гимнастике «Шумбрат. Молодость». Более 200 спортсменок из Уфы, Казани, Пензы, Ульяновска, Якутска, Сарова и других городов России выступили на турнире, который прошел с 25 по 27 октября в Саранске. Вероника Леонова, Ирина Разуваева, Николь Трушкина, Анастасия Шошина, Алина Ярмина в составе команды «Конфетти» стали серебряными призерами соревнований. На третью ступень пьедестала почета поднялись Ксения Артмина, Алиса Доронина, Екатерина Михайлова, Татьяна Пешехонова и Варвара Чернова, участницы команды «Кокетки». Тренируются саровские гимнастки у Екатерины Колгановой и Елены Пугачевой. Шить костюмы для своих питомцев Надежда Важдаева начала давно. Ей нравится, когда ее собаки выглядят с иголочки. Каждый год гардероб четвероногих друзей пополняется. В новых нарядах питомцы ездят на различные конкурсы. В октябре Надежда и ее животные приняли участие в международной выставке собак в Нижнем Новгороде. Мы готовились к военной тематике, потому что в этом году будет 75 лет Великой Отечественной победе. Это у нас костюм танка. И костюм военная медсестра. Военная медсестра у нас на удивление заняла первое место на выставке в Нижнем Новгороде. Танк у нас тоже на удивление почему-то ничего не занял, кроме приза зрительских симпатий. Ну, как бы это было неожиданно. В конкурсе костюмов на международной выставке принял участие и пудель Рик. Он занял 3-е место. Вместе с хозяйкой Полиной они представили жюри сразу 2 костюма – Незнайки и Ромашки. Мне очень понравилась большая гордость за собаку. Мы, конечно, ездили с ним в этот раз первый для нас был. И, ну, мы не ожидали, что займем 3-е место. Просто хотели посмотреть, а все-таки получилось по-другому. В международной выставке собак приняло участие более 1000 собак. Оценивали участников судьи со всего мира. Там обязательно должен быть костюм сшит своими руками. Просто покупной костюм никогда туда не пойдет. Это вот одно из критерий. Ну и, конечно, он должен выглядеть еще в придаче, чтобы он был удобен собаке, чтобы собака могла в нем двигаться, а не просто одела, собака встала. Помимо показа костюмов, на выставке можно было принять участие в породном ринге. Там определяли лучшего представителя породы. Победителем в этой номинации стал 3-месячный чихуахуа Александры Антошечкиной. Эксперт был с Хорватии и очень строго оценивала. Она его прижала к себе и говорила: супер, супер, супер. В середине ноября участники клуба «Акбар» отправятся на всероссийскую выставку в Саранск, а весной 2020 года они примут участие в Параде Победы.